Всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я решил сделать вот такую вот обезьянку. Она несложная в изготовлении, я думаю, у вас все получится. Если вам интересно, смотрим дальше. Берем шедевр 260. Я оставил кончик на два пальца или на двух. И делаем петельку буквально на три пальца. Далее отмеряем длинный пузырь на 8 пальцев. Делаем скрутку. И отмеряем такую же петлю, как и вот эта. Теперь отмеряем длинный пузырь на 7 пальцев. То есть этот пузырь у нас будет на один палец меньше вот этого. Далее эту часть убираем. Берем коричневый шедевр, кончик на три пальца ставим. Вот таким образом привязываем. И далее уже оборачиваем петлю, делаем скрутку. Это получилось ухо. Далее прилаживаем таким образом, делаем скруточку, перекручиваем ее и оборачиваем вторую петлю. Делаем скрутку. Меряем еще длинный пузырь, делаем скруточку и перекручиваем. Продолжаем также, делаем еще один пузырь, делаем скруточку, перекручиваем. Далее берем еще шедевр коричневый. Заводим еще раз. Делаем скруточку. Получается. Далее берем еще один раз, делаем пузырь, также делаем скрутку
получается вот такая голова. И еще один раз. Делаем пузырь, делаем скрутку. Вот что в итоге получится. Итак, далее берем 5-дюймовый шарик, я его надул буквально на 3 пальца. Делим его пополам. Таким образом. Берем кусочек ШДМ, который у нас остались. И далее проталкиваем хвостик шарика между вот этими двумя пузырями. Выводим вот между этими двумя коричневыми пузырями и привязываем к ШДМ. Тем самым, благодаря этому ШДМ глаза держатся. Теперь делаем скруточку, делаем круглый пузырек, делаем пинч-твист, делаем второй пузырь и делаем второй пинч-твист. Берем еще один коричневый ШДМ, отмеряем круглый пузырек, делаем пинч-твист, отмеряем второй круглый пузырек, делаем второй пинч-твист. Теперь отмеряем длинный пузырь на 10 пальцев, 5, 10, делаем скруточку. И эту скрутку заводим между двумя пинч-твистами. Один раз перекручиваем ШДМ вокруг пинч-твиста. Теперь отмеряем опять пузырь на 10 пальцев. И также делаем круглый пузырь пинч-твист. Второй круглый пузырь пинч-твист. Я впоследствии еще доделаю, привяжу ладошки, и пока вот это выглядит все вот так.
далее это сюда убираем. Берем еще один шедем. Отпиляем пузырь на 10 пальцев. Отпиляем такой же второй пузырь на 10 пальцев. Третий пузырь. Далее берем шедем телесного цвета. Привязываем. И также отмеряем пузырь на 10 пальцев. Это будет туловище обезьянки. Далее берем туловище и привязываем вот это место. Вот таким образом. У обезьяны появилось туловище. Далее берем еще один ШДМ и отмеряем длинный пузырь на 15 пальцев. 5, 10, 15 пальцев. Делаем скрутку. И заводим вот таким образом. Отмеряем такой же второй пузырь. Слегка изгибаем вот таким образом. Теперь берем шедем 260 размера, отмеряем пузырь на 5 пальцев, делаем скрутку, отмеряем большой пузырь буквально пальца на 3. Делаем пинч-твист. Далее отмеряем пузырь поменьше. Делаем еще пинч-твист. Далее отмеряем такой же пузырь. Делаем еще один пинч-твист. Еще один пузырь, еще один пинч-твист. Вот таким образом. Вот таким образом. Далее делаем вот этот пузырь немножко меньше.
Делаем еще один пузырек. Получилась ступня. Я заранее сделал еще одну. Получились две такие ступни. Теперь нам остается их только привязать. Берем вот таким образом. Привязываем. Привязали одну. Наша обезьяна идет со ступнями. Далее берем шедем еще один интересного цвета. Отмеряем пузырек на 4 пальца. Далее небольшой круглый пузырек. Делаем пинч-твист. Далее второй пузырек. Еще пинч-твист. Третий пузырь и третий пинч-твист. Четвертый пузырь. Четвертый пинч-твист. Давайте сделаем еще и пятый. Далее отмеряем пузырек поменьше. Расправляем пальчики. И получился вот такой вот кулачок. Я еще заранее сделал один. Привязываем их дальше. Такая получается обезьяна. Глазки можно слегка протолкнуть вовнутрь. Теперь возьмем черный маркер. Нарисуем носик. Зрачки нарисуем. Можно рисовать бровки. Давайте теперь сделаем хвостик. Я взял небольшой кусочек ШДМ, буквально 5-10 на 15 пальцев. Вот таким образом можно накрутить, сжимать на пальцы. Это будет хвостик.
берем и привязываем его в то место, где он должен быть. Так, друзья, все-таки я решил, что обезьянке не хватает язычка. Для этого я взял красный шедем 260 размера, на 4 пальца надул пузырь. Далее берем, привязываем один хвостик шедем. Привязываем к уху. Второй конец тоже привязываем к уху. Получилась вот такая обезьяна. Все. Пока-пока. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравился этот видеоурок. Если это так, то поставьте лайк. Оставьте комментарии под видео. Также заходите на мои странички ВКонтакте, в Одноклассниках. Можете там тоже задавать мне какие-то вопросы. По возможности я на них отвечу с удовольствием. Вот. Ну, на этом желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, удачи. Будьте счастливы. До скорых встреч. Пока-пока.